Зал, как говорят организаторы, традиционно полный. Здесь порядка 150 специалистов из Анапы, Краснодара, Москвы. Специальный гость и партнер – профессор из Италии Умберто Салимене, президент Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения. В России объявлен год экологии. Исходя из этого, подбирали материал. Есть доклады о пляжах, повышении иммунитета в морском климате, аллергенах. Один из специалистов санатория «Дилуч», где традиционно проходит конференция, рассказал об особой методике по выведению радионуклидов. Ее впервые применили, оказывая помощь детям, пострадавшим после аварии на Чернобыльской атомной станции. Методика эта продолжает жить, она необходима просто. Она модифицируется в связи с тем, что сейчас происходит полностью изменение в сфере. Это борьба с вредными организмами, с интоксикацией, с микробами, которые сейчас к антибиотикам совершенно бесполезны. Понимаете, антибиотики на них не действуют, и как раз вот наша методика, может быть, поможет очистить организм и попытаться повысить иммунитет. Умберто Салимене предложил готовые методики по продвижению в среде подростков и детей здорового питания с отказом от сладких газировок. Есть даже игра вроде монополии, только про курорты. По его словам, Анапа также может стать образовательной площадкой для детей, а также для медиков, которых будут знакомить с методами курортного оздоровления, здесь же готовить кадры для санаториев. Традиция у вас – это детский курорт. Поэтому особенно, когда сейчас в мире есть проблема с детьми, как аллергены, как заболевания аллергические и отрицательные разные, поэтому очень важно, что у вас будет курорт мирового значения для детей. В городской администрации говорят, что понимают и готовы развивать потенциал. Прямо на конференции заместитель мэра Олег Костенко объявил о том, что в городском управлении здравоохранения появится специалист по курортологии. Он предложил собравшимся самим подобрать варианты кандидатур на новую должность. Как главы города Сергея Павловича, хочу поприветствовать участников 14-й научно-практической конференции. Конференция очень важна. Здесь вы будете обмениваться докладами, мнениями, вырабатывать определенную позицию. Я соглашусь с Верой Стефановной о том, что мы все-таки должны основное направление развития города делать на курортном лечении. Именно мы все-таки позиционируемся как город-курорт, и мы это также будем продвигать. Капитан курортологии, можно сказать, на все корабля, да, давайте ему. Умберто Салимене приехал не с пустыми руками. Это карта одного из курортных архипелагов, где порядка сотни источников целебных вод. Там в этом году пройдет мировая конференция Федерации вода- и климатолечения. Участникам предложили прислать варианты докладов на английском языке. Их смогут прочитать специалисты из 30 стран.